этим убивали кого-нибудь? Да. Но это настоящий? Да. И сколько такой стоит? 1000 за 16 можно найти. Ну, то есть это такая распространенная штука? Да, да. Вот это не распространен. Это твой? Да, это мой. В музее такого не найдешь. Это музей лежит ржавый такой, знаешь, полусгнивший. Это 41-й год. Ага. ВХО это производитель. Кос. А можно посмотреть в бинокль? Да, можно. Бинокль тоже 42-го года. Я просто всегда бинокль артиллерийский. Хотел себе. Там сетка, если увидишь, там сетка с расстоянием. А у них есть какие-нибудь там... Моя честь зовется верность. Уважаемые калининградцы и гости калининградской. А девушки? А девушки потом. Я, конечно, не ожидал такой. История немножко в тему 9 мая. Я дома сидел, просматривал старые фотографии, хотел участвовать в «Бессмертном пауку» и хотел найти фотографии дедушки. Случайно увидел несколько фотографий какой-то странной молодой девушки, я ее раньше не видел, вообще ничего о ней не знал. Мне стало интересно, кто она такая, то есть ясно, что она имеет какое-то отношение к нашей семье. Родители мне сказали, что это его старшая сестра, ушла на фронт, служила на каком-то военном поезде санитаркой. И то ли в 42-м, то ли в 43-м году погибла где-то в Украине. Они больше ее не видели, ничего не знали, они даже не знают, где она похоронена. Мне просто стало очень интересно. Я зашел в интернет, я стал искать информацию. И на одном из сайтов, очень такой полезный сайт, в этом архиве нашел донесение, где в списках числится она. Сандружинница Зенкина Анна Тимофеевна. Я узнал год ее рождения, что она в 24-м году родилась. Так получается, на тот год, когда она умерла, сколько ей было? Ну, ей было 20 лет. Как видно из донесения, что она была ранена и умерла от ран. А захоронена она на кладбище около сельхозтехникума в городе Новозыбково. Потом стал искать в интернете и вообще нашел на блогах, на страницах блога местных поисковиков. Среди списков захоронений нашел конкретно даже захоронение, где она похоронена. Привязки такой нету, там что штурм Берлина или еще что-то. В принципе, как можно сказать, что это последний рубеж, что ли, обороны Германии. Вот так вот. Не больше. Это снайпер? Ты жив? Да. Меня убили. Меня убили, но я воскрес. Вот смотри, это ты все сам купил, да? Сам. Все люди сами себе это покупают? Ну, да, спонсоров да. У нас нет, все за свои бабки, как говорится. Да. Дело это не дешевое, в принципе. Мне кажется, будут комментарии в любом случае. Я уже просто опережаю это. Почему ты выбрал именно сторону немцев? С детства меня интересовала всякая там техника. Все началось с моделирования там танков. В принципе, как бы мы же не придерживаемся никаких идеологий. Поэтому как бы реконструкция вне политики. Поэтому то, что я в немецкой форме сегодня, завтра я в русской. Послезавтра опять. Понятно. Тут, в общем, короче, главное это то, что у тебя интерес. Главное это интерес, да, к истории. А у тебя есть советская форма? Есть. Отлично. На лейтенанта. Интендантской службы. А это что означает вот эти вот? Это оберштурмфюрер звание. А на наше, если это, кто будет? Ну, сержант. Да, заряжай. Так и в среднем сколько вот униформа такая стоит? Ну, вообще. Ой, вот. Дорого. Я даже посмею сейчас сказать, сейчас евро подрос. Ну, кто хочет заниматься реконструкцией, где-то пусть готовит 1100, вот так. Рублей. Это минимум, да. Евро. А это, а если... Не, вот, ну один вот, нож вот стоит, допустим, там 16-20 мастер, да, рублей. Батя, я взвел уже, ё-моё. Так, отойдите немножко, мне. Да, интересно. Супер, спасибо, классно. Круто было. Пожалуйста. Спасибо. Еще. Все скину тебе потом. Спасибо. Ночью заморозки будут. Трындец. Солнце, снег. Да, град. Град это, да, наверное? Не, ну это была реконструкция 6-7 апреля 45-го. Я думаю, в те дни такая же погода была примерно.
Там какая была история? Я нашел воспоминания очевидцев, которые датированы июнем 44 года. Она умерла 18 июня в результате налета авиации 44 года. Все события происходили в ночь на 18 июня. То есть там небольшой был вокзал в этом городе находился, туда приходили все эти поезда. Они ждали поезд, должен был подойти из Гомеля поезд, как раз вот этот вот поезд, на котором она была, как впоследствии оказалось. Но до этого что-то пошло не так. То есть подлетел немецкий самолет и стал бросать зажигательные бомбы. С поездом вместе подходят немецкие бомбардировщики. То есть они прям шли за этим поездом. Там порядка 70 штук они их насчитали. Вот, били из зениток, ни одного не сбили. Поезд подошел на вокзал, сразу из госпиталя этого эвакуационного, сразу все на вокзал бросились, потому что там раненые, новых раненых привезли, нужно было все это разгружать. И началось просто мясо. Там бомбили, там были такие фугасные бомбы бросали, там просто, как описывали очевидцы, там были руки, ноги, все было отдельно раскидано. Там погибло много людей, там разбомбили полгорода, разбомбили вокзал полностью весь. И вот, согласно этой справке, кстати, вот этой бомбежки была и тяжело ранена моя двоюродная бабушка. Вот. Ну и, получается, доставили в госпиталь, и там она от множественных осколочных ранений скончалась. Но там было много таких, как она. И я уверен, обязательно поеду на то место и обязательно посещу это захоронение, потому что чувствую, что это мой семейный фамильный долг. В общем, поэтому... итог, надо знать свои корни. Надо знать свои корни, надо помнить свои корни. Тем более сейчас есть возможность. Тем более есть такая возможность, да, есть возможность, есть... есть архивы, можно запрос направить в архивы. Да, но... Копаешь, так глядишь, докопаешься, что ты там прямой родственник Петра Первого. Да, или Наполеона. Может, у меня есть какая-то генетическая память на французский язык. Спасибо, что ты мне написал. Это интересная история. Я думаю, и людям тоже интересно будет об этом послушать. Вверх оружие мы не понимаем, если опускаем, вправо-лево пистолет не грузим. Какой мы пистолет не взяли, игрушечный, игрушечный, то есть неважно. То есть это ваша личная тренировка. Хорошо, если у нас пистолет располагается в руке, соответственно... Как только палец уйдет за затвор, мы должны трезво понимать тот факт, что затвор уходит на приличное расстояние с большой скоростью. Попросту говоря, немного будет испорчен день. То есть, но зато опыта будет на всю жизнь. Работать будем строго по командам. Херня, я вас не слышу. Сэр, так точно, сэр. Постреляем. Постреляем, Вит? Мне что-то цыкать надо. Значит, первое, это пистолет Ярыгина. Вооруженных силах он фигурирует под именем Грач. Следующая пушка, это у нас Беретта 92FS. Очень такая распиаренная лялька. Человек, который, конечно, любит этот пистолет, он будет говорить, что он самый лучший. Но есть много но. А изначально, когда из коробки берешь, ну, лично у меня было ощущение такое, ну, как будто ты держишь кружку чая, и с нее ствол торчит. Если ты верни, надо стрелять, короче. Ну, блин, она очень бочковатая. Все люди разные, поэтому у каждого есть своя любимая пушка. Кому-то он нравится, кому-то нет. Сегодня у нас две таких интересных малышки. Эники-баники или вареники. Ну, вот это как-то посимпатичнее. И вот это наша девочка. Проблема в том, что она очень хорошо запомнила теоретическую часть. Первого раза ты все не запомнишь. Кстати, в комиссаре Рексе все вот так держали. Ну, так это все, это же эталон практической стрельбы комиссара. Ну да. Мы же его используем как этот фильм, как пособие. Так она сейчас всерьез будет воспринимать это все. Я серьезно. Кладешь не вплотную в задней стенке, немножко зазором. Вот прямо на эту вставочку. Да. И большим пальцем даешь на заднюю часть патрона. Вот на этот фланец. Вот этим большим пальцем. Вот этим? Раз, вниз. Что-то... Ты смотрела Карлсона? Нет. Нет? Ты не смотрела Карлсона? Нет. Ну, смотри, фишка следующая. Там, короче, эпизод был, когда малыш летит на Карлсоне, но они за вареньем перли. Это вообще нездоровый мультик. Ну, короче, фишка такая, на шею не дави. Дави на задницу патрона. На шею не дави. На шею не дави. Ну вот, а ты боялась. Хорошо, и заправь ее до конца. Да, отлично. Это норм, что она вот так вот встает? Да, нормальная подача. Она? Да. Пальчик у нас на затворе. Хорошо, магазин левый. Вот так. Ну, сил. Давай, ты можешь. Все, молодец. Вторую ручку снизу. Я в комиссаре Рексе. Ты готова? Да. Нет. Ты готова? Нет. Готова? Да. Плавно. Огонь.
Молодец. Все четко. Приди, прицеливайся. Погнали. Порядке. Молодчик. Молодец. Все, ты можешь пушку передать. Да. У меня руки дрожат только. Покажи свою мишень. Ну вот так. О. Как бы. Может быть, это как раз был 10-й. Это ты стрелял? Да. Да. Короче, с Илюхой можно на дуэли. Это нафиг, да? Спасибо тебе огромное. Спасибо. Было клёво. Спасибо. Понравилось? Да, круто. А ты боялась. Вместе с моими друзьями мастерской «Триумф» мы делаем для вас конкурс. Разыгрываем супер крутой стильный блокнот ручной работы. И правила очень простые. Для того, чтобы его получить, вам нужно найти вот эту металлическую визитку. Мы ее спрячем в пределах города, покажем локацию. Вы все это осознаете. Если вам нравится, бежите, находите, звоните по номеру. Мы к вам приезжаем, а вы получаете классный блокнот. И если вам это нравится, ставьте лайки, комментируйте. Будет такого больше однозначно.